Друзья, всем привет! В этом видео показываю вам отель Рихана, Royal Beach and Аквапарк, 5 звезд. Погнали! Итак, отель расположен на первой береговой линии в бухте Нап Бэй, примерно 6,5 километров от аэропорта. Значит, по времени на трансфер. Тут все зависит от того, каким маршрутом трансфер поедет. Если поедет прямо, то вы будете первыми туристами и попадете в отель очень быстро. Если поедет каким-то другим маршрутом, тут все зависит от того, сколько будет тогда отелей перед вашим, и он может получиться таким продолжительным. В общем, чтобы все это сократить, берем такси в аэропорту. Во-первых, это копейки, 5-10 баксов вам выйдет такси, в зависимости от того, как вы сторгуетесь, и 5 минут вы и уже в отеле. Дальше смотрите по структуре видео. Сейчас мы пройдемся по территории до пляжа. Во время этого нам ательер расскажет некоторую информацию по отелю. Дальше, значит, мы покажем вам номер. После этого я покажу вам, как выглядит пляж. И в конце я подобью итоги по данному отелю. После этого еще будет некоторая информация в конце видео от ательера по основным нюансам и инфраструктуре по отелю Рихана 5 звезд. Так что, ребят, смотрите видео до конца, и тогда будет у вас полная информация по отелю. Вот этот бассейн, который подогревается. Сейчас, подождите, не растягивайте, чтобы по территории не потеряться. Вот, это бассейн, он подогревается. Вот это что в середине? То, что говорила, да? Да, то, что я вам говорила. Он подогреваемый зимой. Корпуса начинаются сверху от больших и внизу маленькие. Тренажерный зал бесплатный, спа платная. Тренажерный зал находится вот здесь вот на повороте, за ресепшеном получается, в этом же здании, просто за ресепшеном. Вот. Это детский бар, который работает с 2 до 5. Здесь мороженое, попкорн и вата. Здесь каждый вторник проходит коктейльная менеджмент-вечеринка, где люди могут лично задать вопросы менеджеру. Менеджеру по работе уборки, менеджеру по работе ресторанов, шеф-повару лично они могут задать вопросы, которые их интересуют, пообщаться с ним, может какие-то пожелания есть, может просто поблагодарить за отдых. Вот, также здесь кальянная платная. Сколько стоимость? Все они узнают на ресепшене, Это вся информация дает ресепшен. Здесь на втором этаже главный ресторан. Вот где они 3 раза кушают. Здесь вот а-ля карта итальянский ресторан. Здесь японская, корейская, китайская кухня, 3 в 1. Вот, это фудкорт. И в середине фудкорта восточная а-ля карта. Восточный ресторан. Вот, это фудкорт, где они... Дальше. Здесь вот детский клуб находится, где спит. Я вам напоминаю, детки от 5 лет в детском клубе. Вот, сейчас по лестнице аккуратно смотрите под ноги, потому что она закругленная. Смотрите, здесь
гостиница разделена, получается, на две половины. Есть Роял и есть Престиж. Что значит Престиж? Престиж номера – это номера, которые с приватным бассейном. Комнаты с приватным бассейном. Здесь вот бар, который работает 24 часа, здесь напитки бесплатные, все включено. Также здесь анимация проводит коктейльные игры всякие, проводит акваэробику, дартс, все-все она проходит на этом бассейне. Стандартный тоже номер категории сьют. Большая просторная комната, слева плазма, кровать, френч бед. Значит, тут 3 плюс 1. Вот. Или 2 плюс 1. Тут мы по просьбе гостей предоставляем такой мини-бар, чистенький. Одноместную полноценную кровать. Он же такой входит в стоимость? Стандартный номер. По размерам тоже такой, просто видом только отличается. Здесь вид на море или на бассейн, стандартные номера, видом на сад. Можно, можно по углам хотя бы? На балконе у нас пара шезлонгов, стульчик, столик и вот такой вот шикарный вид на море, ребята. Смотрите, какая красота. Так, и показываю вам санузел. Значит, душевая кабинка, большая, просторная, чистая. Абсолютно чистая. Нормальный фен, не пылесос, как в обычных отелях. Косметика фирменная. Ну, умывальник, зеркало маленькое. Ну и сам туалет. Так, ребят, и пару слов хочу сказать вам за аквапарк. Значит, смотрите, он здесь есть, но я вам его в этом видео не смогу показать, так как мы там не проходили. Значит, аквапарк небольшой, несколько горок для взрослых, несколько горок для деток. Также на территории есть еще пара бассейнов с горками. Но, ребят, что я хочу вам объяснить в этом видео? Насчет аквапарка. Да, он есть, да, он отдельный, но он небольшой, и именно акцентировать на этом внимание не стоит, так как если вы хотите хороший большой аквапарк с интересными горками, большими, высокими, там где много горок, выбирать отель нужно другой. В этом отеле аквапарк есть, но он совсем примитивный, то есть оскому сбить, сделать несколько там красивых фоток, но без крутых впечатлений.
смотрите, вот это вот деревянный домик такой, как ресторанчик сверху, это рыбный ресторан. Ага. Вот. Они там вечером могут поужинать, но это за дополнительную плату, он не бесплатный. Дальше. Это наш понтон. Вот. Море, если можете, мы можем подойти, если хотите, к нему, чтобы посмотреть, есть лунки или нет лунок. Вот. Вот там вот, если вот чуть туда вот отойти, там есть лунки, где могут детки купаться. А, ага. Вот. Вот, а здесь вот, вот здесь. Видите, когда прилив, можно купаться. Но после обеда потом море уходит, и уже остаются одни как камни. Вот. И купаться уже нельзя. А слева от чей понтон? Вот это вот Клеопатра понтон, ага. Вот это вот Рихана понтон. Морские же есть тут? Нет? Морские, конечно. Это же Красное море. Ну, я к тому, что пляж заход тут не расчищен. Вот песочек. Да, да. Мне же попадало в такую фазу луны. Она расчищена. Так, друзья, показываем пляжное покрытие отеля Рихана. Resort Royal Beach Аквапарк. Ну, тут мелкий песок с галькой, в принципе. Стандартный для Напки. Вот море. Смотрите, сейчас получается прилив, то здесь есть такие вот лагуны, где детки могут походить с краю, ну, сантиметров 30 где-то глубины. А как правило, уже после обеда, ну опять это все зависит от фазы луны, здесь обычно отлив, то тут будет вообще как бы лужица, буквально водички не будет, то есть потому что водичка уйдет в море. И вот наш понтон отеля Риханы. Им пользуются оба отеля. В принципе, относительно не длинный. Значит, представитель отеля сказал 160 метров, но по Google карте я смотрел, показывает 100 метров. Так, показываю вам шезлонги. Смотрите, шезлонги деревянные, конечно, такие себе, но на них хорошие матрасы мягенькие. Вот такие вот грибочки из бамбука или с чего это. Ну, в общем, плетеные, классные как бы. Под такими комфортно, в принципе. Почему? Нормально. Как раз загорают под ними. Не сгорают, а загорают. Так, ребят, ну, смотрите мои выводы по поводу данного отеля. Лично мне все, в принципе, понравилось, потому что отель готов к приему туристов. И в своем диапазоне ценовом, в принципе, это нормальный отель. То есть в нем все ухожено, все красиво, все зеленое. Есть отличная инфраструктура, дальше это вы все сможете услышать в этом видео, когда нам представитель отеля рассказывал по инфраструктуре. Детский клуб, в общем, все здесь мне понравилось, все ухожено, и здесь постоянно работают сотрудники отеля, то есть наводят чистоту и порядок. Вот даже сейчас, смотрите, полным ходом идет уборка территории, имеется в виду, что постоянно за ней следят, то есть за деревьями, за кустиками, абсолютно за всем. И, кстати, по поводу всего такого, ну, то, что есть на территории, оно реально так бы более-менее нормальном состоянии. Ну, как более-менее, оно в хорошем состоянии, это для Египта, это хорошее состояние, ребят. Потому что отель идет в ценовой политике доступной, по соотношению с другими отелями, он реально выигрывает. Единственное, что, ребят, это Напка. И зимой тут нужно понимать, что если вы будете отдыхать зимой, ветерок будет чувствоваться очень сильно. Поэтому летом, весна и осень, ну, эти части года можно здесь отдыхать смело, зимой исключительно обращаем внимание на ветер. А так должно быть все отлично. В общем, друзья, надеюсь, вы увидели всю суть отеля Риханы Royal Beach Aquapark 5 звезд.
А вот у нас есть участок для деток. Смотрите, есть качельки, есть домик, где можно полазить. Ну, в общем, есть где детям развлечься. В общем, ребят, если вы выбираете Рихану, я думаю, у вас должно быть все в порядке. Поэтому, надеюсь, вам помогло это видео, чтобы понять суть отеля и стоит вам его выбрать, либо не стоит. Обязательно напишите в комментариях под этим видео, если вы отдыхали в Рихане пятерки, когда вы отдыхали, что вам понравилось, что вам не понравилось. Напишите, значит, ваш отзыв по данному отелю, если вы в нем отдыхали, в комментариях под этим видео. Ну и не забывайте подписываться на мой канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на моем канале. Смотрите эти видео, и вы всегда будете в курсе всей полезной и объективной информации, чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями. До новых встреч, друзья! Пока-пока! Значит, смотрите, в информационном листике здесь написано, со скольки до скольки рестораны работают, какие есть на территории бара, со скольки они работают. Вот. Я вам дам информацию, которой здесь нету. Вот. У нас на территории отеля есть три а-ля-кар. Это итальянский, индийский, восточный. Ой, извините, это индийский в четверке. Итальянский, восточный, китайский, японский, корейский. Это японский, корейский, три в одном кухня. Вот, они находятся на территории отеля. Зарегистрироваться в них можно через электронный экран, который находится возле ресепшена. Гости за время пребывания могут по одному разу посетить три ресторана. По одному разу сходить в три ресторана. Вот, он находится. Если вы посмотрите в окошко, мы когда будем выходить, я вам тоже покажу. Вот. Главный ресторан находится наверху здания, на втором этаже, а на первом этаже находятся все а-ля карты. Вот. Также есть фудкорт, вот, где они могут снеками перекусить с часу до 5 вечера. Вот. Дальше. На море тоже есть фудкорт. Фудкорт это для четверки, но пятерка тоже может туда сходить, тоже перекусить снеками. Там напитки все алкогольные, их местного производства. И кока-кола, спрайт, соки, это все бесплатно тоже. Вот. Там и четверка, если хочет пятерка, если они находятся на море и не хотят идти сюда, вот на фудкорт, они могут там тоже перекусить. Вот. Детский клуб есть на территории отеля. Детки туда с 5 лет. Есть в ресторане главном есть детское питание, детский ресторан, там детское питание, фрикадельки, картошечка, все детское питание, вот не такое, как у взрослых, а вот именно для деток. Вот, дальше. Детская анимация проводит с детками всякие игры по территории. Вот, разукрашивают их, играет с ними, рисует, смотрят телевизоры, едят мороженое, попкорн, сладкую вату. Это с 2 до 5 детский бар работает. Там, где дают попкорн, сладкая вата, вот, бесплатно. Дальше, подогреваемый бассейн, если вот мы будем выходить с гостиницы, вы увидите, прямо перед ресепшеном подогреваемый бассейн. Вот. С какого месяца начинает работать? Как только похолодает, тут не угадаешь, тут каждый год меняется климат, поэтому может октябрь быть теплым, так как сейчас. Может быть, вот в прошлом году был октябрь холодный, сейчас вы видите, вчера маленький дождик покапал и все, и тепло, а в том году был холодно было. Вот, поэтому мы смотрим по погоде. Если только вот, их 4 на территории, но на данный момент пока 1. Вот. Дальше. Вы мне задавайте вопросы сейчас, и мы пойдем тогда смотреть. Сколько вы за браслеты одеваете? Только приехали, мы сразу им одеваем браслеты для того, чтобы у них была возможность покушать, сходить, пока они будут ожидать номера. Вот. Они могут утром есть ранний завтрак, они могут в главном ресторане позавтракать. И также позднее выселение, если поздно ночью уезжают, тоже они могут поздно поужинать. Срезаете? Срезаем браслеты. А поесть можно? Да.
Дальше, днем, если в 12 часов выселения, то деток мы можем покормить, взрослых нет. Это дополнительно они могут заплатить, и тогда им будет включен. В 12 часов, если выселение, мы срезаем браслетики, деток мы кормим обязательно. Вот. А взрослые это за дополнительную плату. Сколько стоит доплата? Все они на ресепшене, все написано на ресепшене, они могут спросить, узнать все на ресепшене. Если есть свободные чистые номера, без проблем мы заселяем. Ланчбоксы даем. По просьбе гостей мы предоставляем ланчбоксы. Интернет на лобби-баре, он бесплатный, в номерах он платный. Они могут подойти на ресепшн, им всю информацию дадут, сколько стоит, и им дают бумажечку с кодом на Wi-Fi интернет. Еще раз. Регулярная замена воды? Каждый день в номер предоставляется две бутылки воды, полтора литровые, на номер. По две бутылки каждый день. Есть лагунка для детей? Есть лагунка для детей, но смотрите, тут вот сейчас сезон такой, что утром море есть, после обеда оно уходит. Вот, получается, они до обеда могут в лагунках покупаться, после обеда море уже уходит, там уже негде купаться им. Вот. Дальше понтон 162 метра. Вот. Глубина где-то 2-3 метра. С краю глубина... понтона? А? Ну, в конце понтона 2-3 да. метра? Да, угу. Глубина вот это. Вот. В принципе, какие-то еще вопросы? Да. Четверка что-то может пользоваться на территории? Четверка на территории пятерки только морем пользуется. Также у них этот фудбар, что я вам говорила, на берегу. Они вот фудбаром пользуются, вот, и морем. На территорию пятерки они не могут заходить. Также пятерка не может пользоваться четверкой. Спасибо.